Игра хулиганов, в которую играют джентльмены. Так сами игроки называют то, чем живут. Пляжный регби – разновидность большой игры. Турнир в Ярославле – один из этапов чемпионата России. Сейчас этот вид спорта становится все более популярным и активно развивается. Но есть проблемы с тренерами. Вид спорта молодой, мало специалистов пока. Наша задача – внедрить, обучить в школы, в детско-юношеские спортивные школы, в университеты и так далее. Это главная задача. И, конечно, пока у нас не будет массовости, у нас не будет ничего. Поэтому мы сейчас ориентированы именно на регионы, чтобы здесь появилось много регбистов, а потом будем двигаться дальше. Чтобы больше стали узнавать про наш вид спорта, а не путали его с американским футболом. Жестокая борьба и травмы для них – смысл жизни. Третий ежегодный турнир по пляжному регби посвятили памяти адмирала Федора Ушакова. На песке в серьезной схватке сошлись 12 команд из 6 регионов страны. И впервые есть участники из Белоруссии. Готовы? Давай! Давай! Степенко! Трисоки! Борис! Забор! Один за всех! И все за одного! Белорусская степянка ведет свою историю с 2011 года, но уже показывает неплохие результаты. В серьезной схватке с ярославским флагманом белорусы вышли победителями. Как-то мы не показали все, что могли. Подошли, возможно, халатно к турниру. Но в целом турнир удался, собрали столько команд. Все получают радостные впечатления, улыбаются, играют в регби. Один из принципов регби – это уважение. То есть здесь не принято симуляция на поле, оскорбления среди болельщиков какие-то, как вот бывает там фанатские движения различные. В регби нет такого. Регби – это достаточно узкий круг и достаточно серьезные ребята и люди. Абсолютные фавориты, как и в прошлом сезоне, ВВА, Форум и Московские драконы распределяют между собой первое, второе и третье места. Те, кто остался вне призовых, приуныли и здесь же проводят работу над ошибками. Костромская команда «Спарта» уже совсем скоро обещает вернуться. Мы, может быть, и проиграли сейчас, но мы вернемся. Вот это самое главное возвращение. И мы приедем на белом коне, въедем и все эти команды порвем. Как говорят организаторы, в следующем году на песчаном поле сразятся и женские команды. А пока все регбисты отправляются готовиться к соревнованиям на Кубок Золотого кольца. Что мы любим? Регби! Светлана Доброхотова, Олег Лушников. День в событиях.